сейчас. Раз. Его нет, не вижу больше. Понял, куда-то убираю. Я не знаю, но... Всем привет! Сегодня рассмотрим новые ножницы своей Barber Style. Давайте мы его распакуем и посмотрим, что входит в комплектации. Артикул у ножниц 110, 11, 170. В комплекте у нас идет вот такой чехол. Откроем. Кстати, нашли дешевле, скидывайте ссылку, мы сделаем еще дешевле. В комплекте у нас идет салфетка с логотипом Sway. Масло для смазывания и ножницы. Мне нравится то, что ножницы зафиксированы, они не будут болтаться. Кстати, ножницы полотно семерка, кто не знает. Единственные ножницы в линейке Sway семерка, и оно относится к пятому классу Infinity. Ножницы, которые ты держишь, это полотно семерка. Для каких людей? Кто использует полотно семерка? Ну, барберы используют. В первую очередь, это идеальная длина для тушевки. То есть для работы чисто вот именно ножницами. Угу. Это для мужского зала, да? Да. Женский не подойдет. Безумно нравится стиль Barber Style марка Sway, где написана торговая марка, а также артикул с этой стороны. Винтовая система, как вы видите, это без ключа, это очень удобно. Плюс регулировочный болт можно в любой момент подкрутить именно ход концов. Насколько они будут. Винтовая система. Да, да, да. Это огромный плюс. Если кто будет крутить эту штучку, правильная регулировка ножниц достигается таким вот путем. Ножницы взяли ровненько, полотно, которое без рычага, приподнимается и отпускается. И оно должно закрыться, вот это идеальная просто регулировка. Вот раз, не закрыться до конца, где-то на середине или чуть выше. Да, ну и в новых ножницах они не всегда так регулируются, чуть-чуть надо поработать, чтобы механизм вытерся. Конечно. Да. Я же говорю, здесь есть вот именно элементы, которые постоянно тутся между собой. Угу. И им нужно притереться, они спустят свою пыль, там, которую надо убрать, и мазать, мазать, мазать. Давайте поговорим про эргономику. Как видите, ножницы эргономичные. Данная модель имеет смешанное кольцо под большой палец относительно центральной оси, что в значительной мере снимает напряжение кистового сустава. Это очень удобно. В чем преимущество этих ножниц? Эргономика. То есть они сидят в руке просто, ну, идеально. Я до сих пор не понимаю тех людей, которые пользуются классическим расположением колец. Да, у меня классика кидаки. Потому что вы попробуйте, возьмите ножницы с эргономикой, вы намного легче у вас работа пойдет, я вам так скажу. Ты сегодня работал, и скажи, они слайсинг делают и прямой срез? Да. Для слайсинга здесь нет никаких микронасечек, ничего. Здесь заточка, все. Ты же говорил, они приравниваются к пятому классу. Да, это пятый класс Infinity. Пятый класс ножницы все делают слайсинг. Да, но все равно люди спрашивают. Во всех ножницах серии Sway Infinity, как я вам сказал, что Infinity это пятому классу относится, используется нержавеющая сталь марки SUS-440C. C это кобальт. Кто не знает, кобальт это химический элемент, означает, если кратко говорят, более тверже, чем железо. Кто хочет более детально узнать про этот химический элемент, можете загуглить в гугле. Потом, примечательно на том, что по своей структуре сталь марки SUS-440 имеет высокую твердость, а также устойчивость к коррозии. Откуда в ножницах может быть коррозия? Потому что волосы иногда бывают мокрые. Вы сами прекрасно знаете почему. Добавление кобальта придает режущие свойства и повышает стойкость режущей кромки к износу. Твердость пара Rockweiler. Это тоже очень интересно. Очень многие люди мне задают. 59-61 NRC. Конечно, грубое будет сравнение, но кухонный нож, если вы возьмем, показатели будут 40-45 единиц. Это считается низким уровнем металла, ну, мягким металлом, можно так сказать. Производитель ножниц это Корея. Да, я обычно вот эти дела выдергиваю, потому что пальцы толстые. Угу. Таким вот образом они раз, убираются, сюда прячутся. И как ухаживать за ножницами? Мазать. В первую очередь их нужно чистить, убирать все механические вот эти частички, волосы, пыль, грязь, это обязательно. Вот здесь вот часто собираются тоже налет,
То есть металл об металл, когда трется, появляется такая небольшая пыль. Вот желательно ее удалять, это обязательно. Вот. Ну и смазывать. Нужно пару капель, во-первых, на винт, на сам, потом на вот эту кромку. И затем таким вот движением легким по всему полотну, и чтобы они немножко поработались. Если какие-то у вас вопросы будут, задавайте, я вам с удовольствием отвечу. Обязательно, обязательно просто подпишитесь и перейдите в Инстаграм, там очень много интереса, особенно в Инстаграме. Так что вроде я вам все ответил. Если вы хотите приобрести эти ножницы, переходите по ссылке, ссылка будет под видео. Ножницы на сегодняшний день стоят 2690 гривен, но на данный момент действует скидка. Так что если вы хотите приобрести эти ножницы, спешите. Так что все. Всем спасибо за внимание, всем пока.